убей тюремщика, чтобы стать свободным. Я не знаю, у меня от этой музыки просто... Ааа! Такой кайф! Там... Я не знаю, старичок, но неправильно, наверное, на музыку-то говорить. Тюрь рекомендуемый. На самой последней из возможных сложностей. Есть еще одна, но она открывается после прохождения. Тем временем. Классная музыка подрубается, но я должен ее выключить, потому что Фьюри имеет свою. Будем мы смотреть начало, которое мы проходили, или быстренько будем так вот скипать? Чатик, как вы думаете? Плюс, давайте плюс, если будем смотреть, а минус, если скипать. I will keep on killing you, again and again. I am your future, an eternity of slow, painful death. Я смотрю много плюсиков, все-таки многие не видели. Ну, давайте, ребята, которые поставили минус, ну, давайте еще раз посмотрим. Все-таки она не очень такая уж и длинная, ну, в плане этой сюжетки. Поэтому давайте посмотрим еще раз, и ребята, которые не видели, посмотрят ее, и мы все останемся довольны, ведь музыка все-таки же играет параллельно. Nod your head. It's time to go. See what they did to you? Pull yourself together. Get out of prison. Jailer, fight for your freedom. The jailer is the key. Kill him, and you'll be free. Ну, будем выбираться из тюряги. Опять. Ну, из-за того, что у меня сейвы были на пиратке, мне придется все это заново перепроходить. Но мы далеко не прошли, не волнуйтесь, там всего два босса. И я думаю, мы быстренько их сделаем. То есть не будем останавливаться на том, что было. И пойдем дальше почти сразу. Я надеюсь, у нас все получится. Не сбежать. Ха! I swear I'll put you right back in your cell. There's an easy way and a hard way. Это мне показало, сколько миров, или он сообщил всем, что я вышел? Как вы думаете? Он так стукнул и показало. Мне кажется, показал сколько миров, но вдруг он сообщил всем, что я вышел, и поэтому они знают о моем прибытии. Они что-то как-то знают. Сейчас, одну секунду. Здесь 100% есть кое-что, что мне будет мешать. Это... А где здесь разрешение? Прочее. Не, у меня здесь 60 FPS, я хочу чуть больше. Я не хочу реально с таким FPS. Ну ладно, я после этого босса что-то придумаю. Может, в настройках самой игры можно посмотреть. Немножко непривычно будет поначалу. У меня новый этот джойстик. Здесь немножко по-другому. Здесь вместо стиков получается один стик. А второй — это сенсорная панелька, и мне немножко надо с ней как-то придрочиться, что ли. Блин. Да ё-моё, что ж такое? Это же легкий босс! О, ёп! О, fuck you! Bitch! Да вы ёбаный стык. Мне надо парировать. Аллах Акбар! Минус одна жизнь. Ну что, тюремщик? Мощный выстрел. Сейчас. Так, он здесь немножко по-другому. Бля, неудобно. Мощный выстрел на РТ. А этот парень умеет выйдет, смотрите.
Изи. А, мощный удар мечом. Мне дают его просто избить. Он стоит и ждет этого. Да, еще раз? Давай. Ну, это просто одна жизнь ушла в никуда. Это, видимо, учебный все-таки. И это не запись! Это не повтор! Просто я перепрохожу Фьюри, мы далеко не прошли, а я хочу немножко в нее еще поиграть. А на нее скидон был. Почему бы не купить и не поиграть? Я играл на пиратке, а... Подумал, почему бы ненормально не поиграть со своим контроллером, Steam контроллером, который у меня уже лежит, запылился, бедненький. Надо что-то с ним же сделать, правильно? Ты же купил. Да ё-моё. На пиратке на контроллере не поиграешь? А 700 рублей было жалко тратить на лицуху. Ай! О, он заевейдил, ладжмых. У тебя нет шансов, братишка. Смотри, какие у меня волосы. Я вам докажу, что это не запись, когда убью вот этого контролера времени. Ха! Да, электрошок действительно больно, не люблю токи. Токи больно делают. Давай. Что ты делаешь? Ты что, наркоман? Ну и что ты сделал-то? Это все? То есть вот этот заряжал себе? Конечно. Ай! Не бей, пожалуйста. Я пошутил. Это был пранк. Кстати, я еще похвастаюсь тем, что на контроллере я специально скачал пресет, ну, настроечки. Здесь в контроллере очень огромная вариация настроек именно каждой кнопки. Воу. И когда я нажимаю на вот этот второй стик, который... Блядь, неудобно разговаривать и вот это и выйдить. Сейчас, одну секунду. Который сенсорный, я на него нажимаю, и у меня сразу достается пистолет. Это охуенно как... Это очень удобно. То есть мне не надо было париться, вот это настраивать, чтобы для себя это было. А не нажимать каждый раз на ненужные кнопки. Ай, бля, я просто сам зафейлил там. Не случайно мискликнул. Идеальное парирование, дали мне ачивочку. Круто! Плохо, что он не пишет, но я думаю, вы мне поверите. Да, я уже 3 жизни твоих забрал, сейчас 4. Ну. Бля, ну что-то не очень так получилось. Давай еще раз. Каждый раз меняет голову. Я помню, у тебя всего их 4, но почему-то у тебя жизни-то 7. Все, наркоман. Бля, у него какие-то бумеранги, ты че? Ты что делаешь, дядя? У тебя что, 2 жизни? Ха, у него и 7. А! Что-то я этого не ожидал, я не помню, какие у него приемы. Играл очень давно. Бля, это ж надо последним. Я, наверное, должен был зарядить. Мне кажется, я бы тогда ваншотнул его. Ну, какая разница, он уже рипается сейчас. Зря ты телек... А! Не зря.
избиение Димы в онлайне. Нет, он решил поговорить. Никакого избиения не будет. Лишний удар нажал, не смог заблочить. Бля, сейчас еще и рипнусь-то. Но здесь зарядиться нереально. Очень мало времени. Сыкотно проиграть. Лучше я еще раз ударю, чем вот так вот заряжу и зафейлюсь. Ну, кто не рискует, тот что, правильно, не пьет шампанское. А я хочу попить шампанского, поэтому я буду рисковать, блять. Мне сказали, что они вкусные. Вот же мых. Видали, наводится автоим, блять. Даже эти с аимом. Ты что, стрелять не попадаешь? Все себе? Читы купил, все думаешь, блять, можно? Реально наводится, все за мной летит. Так нечестно, у меня такого нет. Я вспомнил, мы же можем дальше телепортироваться, сжимаем. Ого! Чё-то я тебя законтролировал. Во, наверное, так. Самое идеальное слово, чтобы законтролировать вот этого тюремщика. Оп! Потому что он как бы мне снимает хпшку. Блять, не так мне помогал. Вот реально из-за таких глупых ошибок вот въебываю сейчас. А, фак, у меня одна жизнь, сейчас еще и рипнусь. Блять, ненормальный. Так, у него еще чуть-чуть есть. Fuck you, не убьешь ты меня никогда. Блять, ничего страшного, я заберу это, ничего страшного. Как же он неожиданно вот это хуярит, прям перестань так делать. Мне, наверное, надо было в том раунде пытаться парировать, чтобы отрегениться. Но я не хотел рисковать. Вот тогда был такое себе. Я вспомнил, как это контрить. Все, все нормально. Я вспомнил. Почему первый босс хардовый? Потому что это игра о том, чтобы потеть, и у каждого босса фишка своя, они все разные. И, то есть пока ты... У каждой жизни, у каждого босса разные фишки. И ты никогда не знаешь, пока не дойдешь. И вот у него 7 разных ударов открываются вот за этот бой весь. Бля, я думал, он заберет по таймингу, а в итоге плюху словил. А! Перестань. Я больше не попадусь на такую хуйню, я надеюсь. Ха, дурачок, смотрите, стоит. Плюхи ловит. А! Fuck you. Сейчас могилу отправим его. Сейчас отправим. Смотрите, как мы с ним перестреливаемся, я заберу хилочки. Во, я фуловый. Ну чё, чё скажем их? Еще ачивочка. Подеремся? Конечно, подеремся. Последняя жизнь. А я себе отрегенил. А? Нормально. Ну и вот это последняя его самая сильная билка. У каждого босса самая последняя, самая такая имбовая, где надо что-то делать. Я не знаю, ну давайте просто стрелять. Пока работает. Вроде пока не сложный босс. Ну, это самый первый, поэтому. Там, я помню, на лягушке, уже на третьем боссе начинается лютый пиздец.
Там надо прыгать и постоянно право-влево, и не попадать на линии. Вот, я не знаю, у следующего какие скиллы, но это там был тоже... Ой, люди, пиздек. Боже, у меня глаза, они разбегаются, я не вижу. Слишком много красок. Слишком ярко. Опа. Нет, ты не убьешь, у меня 3 жизни. Ай, он бессмертный. Я не должен его убить. Это типа испытание. Ты сможешь меня убить только если вот это все. Все мои загадки отгадаешь. Но в этом случае надо угадать, куда он ударит. Ну все, ты вроде не бессмертный. О, ты наводишься автоматически. Нихуя себе. Видите, вот до этого он так не делал. Блять, я блокировал. Я серьезно блокировал. Я не знаю, что так. Фу, чуть не отъехал. Excellent. What a thrill. Not your first time, right? Anyway, the good news, we're one step closer to freedom. The bad news, there's more out there waiting for us. But don't worry, I know them. I can help. Believe me, what's waiting at the end of all this is so worth the trouble. You and me, we're in the same boat now. Now let's get the hell out of here. Когда я просил сыграть Dark Souls 1 и говорил, что нравится сложно. Понимаешь, Байшов, мне больше не нравится Dark Souls, он мрачный. А здесь именно мне нравится экшон постоянно. Как бы да, Dark Souls классный, сложный. Но он как-то мрачноватый, не знаю, мрачноватый геймплей. Здесь тоже, но здесь музыка просто, не знаю, настолько мне дает придает удовольствие. Что вот эта драка, которая у меня, она меня полностью, я полностью туда, прям, не знаю, поглощаюсь. Я как будто участвую, я чувствую, и, ну, то есть со временем. И мне очень именно нравится в такое катать, в такие слэшеры, когда музыка совпадает именно с геймплеем. Я, конечно, слишком, наверное, глубоко сказал, на самом деле все не так, но чтобы вы поняли, мне пришлось такие вот аналогии. Не проходил игру? Я проходил, но я прошел всего 3 босса. Или 4. That, my friend, is a prison. A prison within a prison. A very clever trick. Почему объяснять первый игрок? Не знаю, я, наверное, слишком сегодня устал. У меня до хрена сегодня была работа. По дому надо было съездить много куда, я не выспался. Но я вот это подрубить решил, поиграть, пообщаться, конечно же. Ребята, ничего, я приду в себя, не волнуйтесь. Ферма, возможно, позже. They had to build all these layers so she couldn't get out. And you couldn't hear her scream. Чтобы я не слышал, ого. Через портал сюда же проходили. Она что, на измерение кричит? Thank you.
She tried to tear through those walls so many times. But they just kept growing back around her. It drove her completely insane. Enraged. She'll hunt anything and rip it to pieces. Now that's some jailer, right? But you and me, we know that being locked up fucks you up inside. We know that so well, don't we? That's why we did what we did. That's why we're getting out. Давай, открой, я готов драться. That's why our story doesn't end like hers. Коровы будут позже. Я больше не буду отвечать на ферму. Чатик, вы знаете, как отвечать следующим. Не холодно босиком? Я думаю, нет. Там пол с подогревом. Это же будущее. Кто делает полы без подогрева в будущем? Скажи мне. Есть такой. Подхожу, а это она орет очень громко. Такая, я такой, нет, не убивай меня, она меня убьет. Минус стена. Но не волнуйтесь, она вырастет. Ну чё, напоминаешь, что у тебя за скиллы? Сейчас ты вроде плюху такую неплохую дашь. Я просто уйду отсюда, давай в лабиринте где-нибудь. Подойдет, чтобы здесь подраться, где есть укрытие. Иначе с ней на ровном месте, это надо быть, не знаю, суицидом. Суицидником, господи, я... Бля, я думал за стеной, вы представляете? Обман. Хоть все стены сломала. Вот, блядь, как с такой жить? Через стены убивает, через стены ломает. Я надеюсь, вот эта херня выдержит. Да, два попадания. Ах. Наверное, буду держаться поближе к ней, чтобы она меня не убивала так легко. Смотрите, она же дистанцию сразу пытается сократить. Я пытаюсь сократить, а она отходит от меня. Вот, как все с ней происходит. Дура. А! Да, она не может развернуться, это ее слабость. Сейчас мы на изычах. Никуда ты не уйдешь, мразь. Смотрите, она уходит, отбегает. Отпрыгивает. Это ж надо. Оп! Блять, прям на лазер прыгнул. Это ж надо, прям жопой сел на него. Я через стены ее ударил. А на читах. Что ж я... Fuck you. Иди сюда. Вот эта стена должна выдержать. Еще раз. И она должна... Все. Можем. Fuck. Слишком быстро, я ничего не понял. Давай еще раз. Лазер, понял. Ты будешь меня бить, скажи мне, пожалуйста. Нет, она будет лазерами кидаться. Вот же мышара, а. Только лазерами и может. Так, ну, первую жизнь мы забрали. Давайте обратно к стеночкам. Она начала кидать лазеры розовые. Они вроде бы в меня будут лететь. Fuck you! Не надо так делать. Блин, если я буду держаться далеко, то она меня просто испепелит. Фак! Это нельзя так делать! Так, я понял, я могу спрыгнуть вниз, я не знал. Я не помню, что... Я помню, прыгал в центр, но не за край карты. Придется здесь. Боже, оно все ломает. Оно так их раскидывает, бешеная пипяка.
Оу, фак! Оно больно делает мне. Я надеюсь, я смогу. Нет, не смогу. Я еще и пару плюх ловлю. Круто. Блин, такая зараза вот эта розовая херня. Хорошо. Запарировали. Оп! Отрегенились. Бессмертная? Понял, нормально. Пилимся, живем. Блять, она то бьет, то лазером хуярит. Я боюсь вниз спрыгнуть. Давай туда пойдем. В центр поля. Ага. Хорошо, забрали ее жизнь. Давайте уйдем куда-то подальше. Иначе я сейчас рипнусь, спрыгну туда в колодец и все. Опа, руки освободила. А у нас здесь коса. Понял, с дизолятором. Фак. Теперь вот то, что я подходил близко, она будет пытаться законтрить. А мы будем пытаться, конечно же, этим воспользоваться и отрегениться. Блять, а вот это невозможно, когда я профейлил удар. Я еще понял, как можно пытаться лазер сбить. Вроде, когда она получает урон, лазер сбивается автоматически. И можно так сразу в нее начать стрелять, чтобы она сразу же... Блядь, не сегодня. А это Саимом уже. А? Не ожидала же мшара? Постреляем. Оп, смотрите как... В стенку ушло все. Блять. Давай, третий раз. Хорошо. Ого, 4 удара, ты у нас теперь мастер, блять. Фломастер, оп! Четвертый что-то не смог. Третий успел, а четвертый сразу же инстантом надо было. Опа, блять, прям на лазер решил тоже прыгнуть жопой. Очень круто. Всем рекомендую. Что ты делаешь? Что это делаешь? Не делай так больше. Я вот этого не помню. Так не делала. Remember? А ты помнишь? О, она так делала. Опа, шею порезали. Бля, ну я там не буду драться с тобой. Ого, ого, сколько урона. Хорошо, прорезали шею и можем вроде бы еще один раз в нее попасть. И она вот уже лежит. Хорошо, идеально заблокировали удар. Я могу, конечно, заряжать еще меч, кстати. Я не помню. Блять. Хорошо. Там есть специальная кнопка, надо ее вспомнить. И я остановлюсь, если долго стою, у меня меч становится вообще... Охуеть, она сломала здесь. Меч становится желтым или красным, и я намного больше урона могу внести. Но это надо время. Блять, она бегает как сатана, ее еще теперь искать надо, я помню. Боже. Страшная херня.
Но теперь дизелятора нет. Это теперь гуля какая-то. Гуля без дизелятора. Где она, блин? Ну что, по всей карте за небе? Во, хорошо, здорово. Собакен, блядь! Только не в лицо! Что делать? На тебе, мразь! Я не знаю, как на Steam-контроллере это делать, блядь. Я не знаю, у меня нету двух стиков. Что делать? Хорошо, в этот раз я что-то делал. На тебя, поебычу. Я понял, надо просто мне нажимать на все кнопки, охуеть. Хорошее решение, прям. Я не буду там драться с тобой. Иди нахер. Там, блядь, посмотрите, какой у него лазер, охуеть. Она теперь без этой маски, которая ее сдерживала, это пиздец. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Не делай так. Иначе я буду тебя убивать. А? Законтрил. Блять! Угу, она быстро слишком заряжается. Я же нажал! Что надо так делать? Некрасиво. Не, я там не буду драться. Рили. Мне там невыгодно хуяриться. Ух! Ты что делаешь? Так, я ее вроде положил. Мне теперь надо, главное, не умереть. Блять! Она, понял, она регенится. Мне, я рип, ребята, вот это храните. Я не знал, что мне, вот впервые я так долго ждал. Надо сразу ее заканчивать, иначе она встает. Да. Блять. Ну попробуем убить ее, давайте, может получится. О боже мой, я прям в это вступил. Фу. Ну ладно, ничего страшного, это первая жизнь, если я выиграю в следующий раз, тем более я выигрывал, я отрегенюсь, все будет в порядке на последний трай, я надеюсь. О боже мой, какая она противная, такая мразина, скажите. Я так боюсь по краю бегать. Я помню, давай, я вожу. Кстати, здесь проще водить, чем на том джойстике, потому что там я вообще пальцы стесывал. Больно надо, ну, сильно нажимать надо было это. Из-за того, что джойстик очень хуёвый. И я после, наверное, часа игры Fury, я просто выходил, чтобы мои пальцы отдохнули. И вот эта херня летит все еще за мной, ну, блядь, ну что это такое, ну зачем ты так делаешь? Давай, подерись со мной. Не так, но тоже нормально. Чё жопу подставляешь, а? Надо жопу прикрывать. Чё ж, мышара, а? Что тебе, не нравится, не нравится? Ап! Фак! Понял. Это легко. Так, она бессмертная, я ничего не могу сделать. Что ты делаешь? Как, блядь, как это законтрить? Когда она взлетает, понял, надо прыгать. И она прыгнет на мое предыдущее место, скорее всего. Оу, как же я парирую! Домой! Иди, хотя она дома, я не знаю, можно так говорить тому, кто дома. Иди. Ладно. Она теперь вообще взбесилась. О боже, что с тобой происходит? Перестань так делать. Я, наверное, буду стоять вот здесь вот. Вот эти розовые будут лететь за мной, поэтому мне надо их уничтожать. Иначе они будут ломать мои преграды, которые дефают меня, по сути.
Все? Это все, что можешь? Это все, что можешь? Это все, что ты можешь? Блять! А! Охуеть! Смотрите, как машет головехой. Нихуя себе ты машешь головой, слушай, подруга. А, я не могу ее бить. А может не будем на краю здесь, а? ГГВП. Тюрьма внутри тюрьмы, ачивочка. А почему я сразу так не мог сделать? Well done. You put her out of her misery. Положил конец. Ну, положил так положил. Она страдала, говорит. Ну кто его знает, а может она там, не знаю, ей классно было. She crashed through one day, frantically searching for something. They couldn't make sense of her, she was so wild. So they put her in a cage. Then you came along and they did even worse. Way worse. It all went so wrong. But we are going to make things right again. Together. Вместе мы все исправим. Он обещал.